Антиоксикапс с цинком – хорошее поливитаминное средство. Форма выпуска – капсулы. В упаковке 30 штук. Производитель – Минск Интеркапс. МНН поливитамин плюс мультиминерал. ФТГ поливитаминное средство плюс прочие препараты. Состав. Одна капсула содержит бета-каротина в виде 30% суспензии в масле, 6 мг, атокоферилацетата 30 мг, кислоты аскорбиновой, 100 мг, цинка в виде цинкооксида, 8 мг. Вспомогательные вещества, подсолнечное масло, воск пчелиный, лецитин очищенный. Состав оболочки капсулы, желатин, глицерин, вода очищенная, метилпарагидрог, сибензоат, пропилпарагидроксибензоат, титанодиоксид, краситель, красный очаровательный Е129. Описание. Капсулы мягкие желатиновые продолговатой формы со швом, упругие, красного цвета. Содержимое капсул, масляная суспензия красного цвета, с непрогорклым запахом. При хранении возможно расслоивание смеси. Показания к применению. Как поливитаминный антиоксидантный препарат антиоксикапс с цинком показан к применению для профилактики и лечения витаминной С, Е, А, недостаточности и недостаточности ионов цинка, для повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, при повышенных физических и умственных нагрузках, в период восстановления после продолжительных и тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных, при астенических состояниях различной этиологии, в комплексной терапии алкогольного. Абстинентного синдрома и никотиновой зависимости при несбалансированном и неполноценном питании. Противопоказания. Противопоказанием к применению препарата является повышенная чувствительность к его компонентам. Способ применения и дозы. Антиоксикапс с цинком принимают после еды, запивая водой. С профилактической целью препарат рекомендуется назначать детям с 14 лет и взрослым по одной капсуле один раз в сутки в течение 1-3 месяцев. Профилактические куры рекомендуется повторять несколько раз в год. С лечебной целью дозы антиоксикапса с цинком устанавливает врач в зависимости от характера и степени выраженности патологии, а также с учетом потребности организма в витаминах С, Е и цинке. Побочное действие. При применении препарата в рекомендуемых дозах побочных действий не наблюдается. При длительном применении высоких доз возможны аллергические реакции, развитие дефицита меди, анемии. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Кортикостероидные препараты, антибиотики тетрациклиновой группы, а также этанол и этанол содержащие препараты при совместном употреблении снижают терапевтический эффект провитамина, а токоферол может повышать эффективность противосудорожных средств у больных эпилепсией, у которых обнаружено повышенное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов. Не принимать одновременно с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки. Меры предосторожности. Избегать употребления молочных продуктов, так как при этом тормозится всасывание солей цинка из пищеварительного тракта. Избегать употребления спиртных напитков. Форма выпуска. Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке. Условия хранения. Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 до 25 градусов Цельсия. Хранят в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек. Отпуск производится без рецепта врача.